Если ваши дети не любят творог, кефир или морковь в чистом виде, то советую приготовить ленивые вареники с шоколадом. Получаются они очень вкусными. Нежный, воздушный кефирный пудинг больше похож на суфле. Готовится он очень просто. Ну а этот ароматный, пышный морковный кекс с грецкими орехами можно сделать в микроволновой печи всего за 5 минут. Для приготовления ленивых вареников в глубокую миску поместить сухой творог, среднее яйцо и сахар. Взбить блендером до однородной массы. Добавить просеянную рисовую муку. Хорошо перемешать, чтобы получилась липкая масса. Взять кусочек теста, сделать лепешку и в ее центр положить кусочек шоколада. Потом завернуть его внутрь теста и скатать шарик размером с мячик для игры в пинг-понг. Выложить заготовки на доску, затянутую пищевой пленкой, и отправить в морозильную камеру на 30 минут при температуре минус 18 градусов. Примороженные творожные шарики хорошо отделяются от пленки. Вскипятить в кастрюле воду и аккуратно погрузить в нее творожные шарики. Варить ленивые вареники на среднем огне, пока они не всплывут, а после этого еще 2-3 минуты. Аккуратно достать ленивые вареники шумовкой и выложить их на тарелку. Подавать их нужно горячими, пока у вареников жидкая шоколадная начинка. Для приготовления кефирного пудинга в миске соединить белки и сахар. Взбить миксером до крепких пиков. В другой миске соединить желтки, щепотку ванилина, кефир любой жирности и кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал можно заменить картофельным. Тщательно перемешать венчиком. Добавить к полученной массе взбитые белки и бережно все перемешать. Перелить массу в формочки для выпекания. Можно использовать одну крупную или несколько небольших. Отправить в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут. Готовность пудинга проверьте зубочисткой. Кефирный пудинг получается очень нежным и воздушным. При подаче его можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Для приготовления морковного кекса в глубокую миску поместить натертую на мелкой терке морковь, крупное куриное яйцо, влить молоко любой жирности. Тщательно перемешать венчиком. Добавить измельченные в мелкую крошку овсяные хлопья, измельченные грецкие орехи, сахар, разрыхлитель теста и корицу. Тщательно перемешать массу. Выложить морковное тесто в формочку для выпекания. Разровнять массу. Отправить в микроволновую печь на 5-6 минут при мощности 800 Вт. Готовность кекса проверить зубочисткой. Готовый морковный кекс при подаче можно полить шоколадом или медом. Приятного аппетита!